Систему рукопашного боя и самообороны крав-мага придумали в 40-е годы прошлого столетия, а затем адаптировали к жизненным ситуациям. Простые в обучении приемы максимально эффективны для реального уличного боя. У крав-мага три важные задачи – уйти от опасности, прекратить нападение и выжить в реальной схватке с противником. Крав-мага – это уличная ситуация, где все может быть непредсказуемо. Может быть в руке нож, палка, их двое, трое, вы можете быть лежачим. Они могут бить вас на земле и так далее. Это могут быть удушения, это могут быть захваты и так далее. Поэтому это, ну, как бы со спортом, в общем-то, общего не имеет, разве что какие-то похожие технические моменты. Один из учеников Ильдара, Артем, занимался крав-мага несколько лет и достаточно хорошо отточил свои навыки. 3 года назад на него напали, когда он сидел в машине с подругой. Подошли два парня и начали угрожать пистолетом через открытое окно. Но Артем не растерялся, поступил как учили. Вырвал пистолет, ударил в лицо и нажал на педаль газа. Когда пистолет направили мне в лицо, тут весь страх куда-то делся, наверное, адреналин настолько подскочил, что у меня просто отключилась голова, и я просто понял, что нужно спасать себя. Не помню, как это происходило, потому что, ну, как бы всех деталей не помню, не помню всех эмоций. Но помню, что я был спокоен, и я был спокоен благодаря тому, что я знал, что делать, я не был в незнакомой ситуации. Ситуация очень походила на те ситуации, которые мы проходили на тренировке. Я, как бы, ну, я в принципе знал, что делать. За себя может постоять любой человек. Главное не растеряться и сразу шокировать злодея своими действиями. В ход могут идти все подручные средства. Это и сотовый телефон, и даже ключи от вашей квартиры или машины. А сейчас я побуду в роли бандита и случайно наткнусь на человека, который знает приемы крав-мага. На всякий случай сниму очки. Гони деньги. Ну, братан, сейчас, секунду. Впрочем, идея была плохая. Подготовленный человек спокойно может выйти из такой ситуации. Оскар Насипкулов, Урмат Усенов, телеканал «Апрель».